Мечта попасть в Олимпийский Сочи – почти реальность. В Анапе прошла всекубанская акция «Кубанские кадры Олимпийскому Сочи». Мобильный прием провели специалисты Анапского центра занятости населения. Призывали соискателей громко. Приглашает посетить наш мобильный центр для того, чтобы узнать, какие вакансии ждут вас в городе Сочи. На сегодняшний день в Сочи требуется порядка 8 тысяч работников. Работники транспортной сферы, общественного питания, санаторно-курортного комплекса, гостиничного бизнеса. 233 человека заинтересовались работой в Сочи. 87 попросили бланки резюме. Трое анапчан заполнили заявки на месте. Для справки, работа в Сочи временная. Контракт заключают до 31 марта. В ноябре и декабре на предприятиях в Сочи проводят занятия, знакомят с особенностями работы и проводят краткосрочные курсы по иностранным языкам. Сегодня 15 анапчан уже устроились на престижную работу в Сочи от Анапского центра занятости. И около 8 тысяч вакансий еще пока не закрыты. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа регион.